Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить Transport Fever 2 в свободном режиме. О, какой у нас длинный поезд. Так, ну ладно. Включаем течение времени. Да, конечно, неудобно вот этот в оконном режиме. Почему-то, не знаю почему, мне не хочет снимать в таком. Сторонними программами не хочу пользоваться, потому что тормозит еще больше, чем здесь. Поэтому как-то так приходится. А в полноэкранном режиме он просто не хочет записывать. Пользуюсь я стандартной программой. От Ати Родион. Так, ладненько. У нас есть новый паровоз. У нас есть трамвай. Ну, я смотрю, здесь трамваи справляются, поэтому я не буду их менять. Я буду по потребностям. А почему у меня... По электрификации ездит дизель. И почему он проходит вот этот вот непорядок? Так, на 60 человек надо. Так, ну сейчас мы в северном регионе, точнее в северном округе. Ну а как? У нас появились еще одни электрички, которые чуток позже. Ладно, мы это поменяли, будем другое. Паровозы у нас так и остались.
А вот мы здесь уже поставим новую. Так, ну у нас там еще самолеты появились. Вот он, мой северный состав. Ну, хотя я его так и оставлю. Что здесь творится? Народа много.
Северные самолеты будут белые.